Экспресс-тесты на коронавирус появились в молдавских аптеках, но, судя по инструкции, выявляют они антитела к COVID-19. Страна-производитель Китай, стоимость 235 леев. Мы позвонили в одну из аптек, представившись покупателями, и фармацевт рассказал, как проводится тестирование в домашних условиях. Вы должны проколоть себе пальчик пипеткой, забрать чуть-чуть крови, налить вот эту вот пробирку и туда две капельки диулянта, и через 10-15 минут у вас должен быть уже готов результат. Есть инструкция на русском, на молдавском и на английском. По словам специалистов, погрешность результатов теста может доходить до 50%. Антитела вырабатываются спустя несколько дней или даже недель после заражения. Для выявления вируса больше подходят лабораторные тесты. Они позволяют обнаружить его на ранней стадии, уже на 3-5 день после инфицирования. Экспресс-тесты, которые появляются в продаже, могут обнаружить только антитела. Эксперт в области здравоохранения Инга Пасечник отмечает, что экспресс-тесты могут быть полезны в другом. Такие тесты помогают обнаружить антитела класса IgM и IgG. Они дают нам возможность найти потенциальных доноров плазмы для лечения пациентов, состояние которых существенно ухудшилось. Их плазма содержит антитела, которые вырабатываются иммунной системой организма. Тесты на COVID-19 проводятся в государственных лабораториях пациентам с симптомами заболевания, высокой температурой и сухим кашлем. Кроме того, с разрешения Национального агентства общественного здоровья это позволено делать и некоторым частным клиникам.